Фасад оперного театра в Челябинске отремонтируют, а также закупят новое световое и звуковое оборудование, которое будет использоваться во время спектаклей. Реконструкцию здания обсудил сегодня губернатор Борис Дубровский на встрече с попечительским советом театра. В него входят генеральные директора крупных компаний города. Два блока вопросов, которые сегодня решены. То есть, в принципе, это звук, свет, потому что есть очень большие претензии к этой оснащенности. Второй блок вопросов – это вот хозблок, который находится в ужасном состоянии сейчас у театра. Мы понимаем, что, по крайней мере, до середины следующего года театр получит новое здание, в котором будет размещена вся декорация, какие-то запасы. За строительство нового цеха для декораций в театре возьмутся первым делом. Часть денег на эти работы даст правительство области, а еще часть направит попечительский совет. Старое помещение, где сейчас хранятся костюмы и декорации, не отвечает требованиям и находится в аварийном состоянии. Все вопросы технические, которые были ранее нами поставлены по строительству дополнительного вспомогательного здания для театра, они также снимаются постепенно. Мы сегодня уже понимаем, когда начнется строительство, какие будут этапы, когда это будет примерно завершено. Обсуждают на заседании попечительского совета и жилищные вопросы. Для артистов театра уже куплено более сотни квартир. Служебное жилье предоставляют и постоянной труппе оперного театра, и приезжим артистам, которые не имеют в городе собственной жилплощади. Кроме того, сейчас оперный театр готовится к старту нового сезона. Уже в начале сентября начнутся спектакли, а 23 сентября пройдет премьера. Любители театра увидят балет «Пахита». По сюжету цыгане крадут из дома коррехидора ларец с фамильным медальоном и ребенка. И из дочери знатных родителей они намереваются вырастить танцовщицу для заработка.